Ученица 10 класса Маргарита Ковальчук будущую профессию видит в области юриспруденции. А потому участие в подобных социальных акциях считает очень важным. Знать основы Конституции, считает девушка, обязан каждый гражданин страны. Многие мои сверстники не знают о своих правах и, следовательно, над ними осуществляются какие-то противоправные действия. Но если мы будем знать свои права, свои обязанности, то наше государство будет процветать и развиваться. Интерактивную беседу со школьниками ведут студенты профильных факультетов сочинских вузов. Такая подача материала, уверены организаторы, позволяет усвоить достаточно сложный материал всем возрастным категориям. Задача состоит не только в том, чтобы рассказать об историческом развитии конституционного строя России, но и воспитать будущих социально активных граждан и грамотных избирателей. Действительно, мы обеспокоены электоральной активностью молодых избирателей. Действительно, молодежь принимает мало участия в выборах, и поэтому мы в свободное, будем говорить так, время, да, то есть каждую минуту стараемся привлечь внимание молодежи к участию в выборах. Всего участниками акции в городе стало более 150 студентов и более 7 тысяч школьников. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.